Знакомьтесь, Брайан Армстронг, основатель компании, инженер-программист, консультант, менеджер по управлению рисками и публичный оратор. Брайан – генеральный директор и соучредитель платформы Coinbase, известной компании по обмену цифровыми активами. Он окончил университет Райса в Техасе, США, имеет степень бакалавра в области экономики и магистра в сфере компьютерных наук. После окончания университета он был стажером в IBM, затем работал консультантом и менеджером по управлению рисками в Deloitte & Touche. Позже он основал проект для студентов University Tutor, работающий по всему миру. Брайан также работал инженером-программистом в Airbnb, компании, позволяющей легко арендовать жилье на короткий срок. Большой успех пришел к нему с проектом Coinbase. Сейчас Coinbase обслуживает 9,5 миллионов клиентов в 32 странах мира, и объем завершенных транзакций превышает 20 миллиардов долларов.